Привет телезрителям канала. Новый день, новая посылочка. У нас від Віталія, село Брустури. Напевно, може я ошибаюсь, населений пункт, як я назвав. Напоминаю, що ви також можете присилати свою техніку на ремонт через нову почту. Связь со мной по вайберу, вайбер будет в описании. Так, что же нам прислали? Что же это? Ага. Лобзикус электричный. Ух ты. Декстан. Декстан. Даже не помню, чи був на ремонте Декстан, но точно такой лобзик же, блин. Ну, только другое имя и фамилия у него. Так, что у нас? По-моему, заявлено было, что не включается. Подключаем к электросети, проверяем. Действительно. Что тут? Ага, это бюджетная версия. Подсветки нету. Ну что, снимаем платформу, раскручиваем две части корпуса и с тестером будем искать потерянное электричество. Разобрал. Так, что я хочу сразу открутить регулятор оборотов от корпуса. И тогда нам вот провода уже не будут мешать. Так, и блин, мазута. И теперь берем тестер. Измерение переменного напряжения. Так, что мы? Включаем кнопку, фиксируем во включенном положении. Теперь осторожно, конечно, включаем. Вдруг он сейчас запустится. Не запускается. Потому что здесь вся механика поразлетается. Что? Давайте сразу на выходе кнопки меня интересует. Есть. А, теперь внимательно смотрим. С кнопки у нас приходит на регулятор оборота вот сюда красный провод и черный. Нам не интересно. Ага, тут вот так вот. Значит, красный — это общий. Красный общий, видите, сюда сразу подключается и черный, который побежал у нас на электродвигатель уже. А регулировка у нас происходит, размыкание цепи, вот выходит с кнопки вот этот черный. И идет вот двигатель вот сюда, на двигатель. То есть нам нужно проверять будет вот этот, который на разрыв идет. Красный с черным это мы коннектим прям с кнопки, потому что он через регулятор вообще не идет. Он просто на регулятор идет, подает, чтобы напряжение, чтобы сам регулятор работал, питание подает. Так. Это у нас ход, а теперь смотрим выход. А выход дулька, электрическая дулька вам. Так. Вот электрический семистор у нас находится здесь. Так, сейчас мы посмотрим, заценим. Так, где у нас выход, выход. Вот, вот смотрите, вот этот семистор три вывода имеет, один из них получается семистора выход, выход семистора, он дает напряжение на вот этот черный провод, который идет на электродвигатель уже. Ну, кто чуть-чуть с электрикой понимает, то есть мы сейчас все так же продолжаем измерять напряжение. Если на семистре есть входное, а выходного нету, значит пробит семистор, это частая болезнь. Так, где ты тут? Что, нету? Нету. Ага, цікаво. Что, пацаны, я нарыл? Конденсатор вот этот черненький, квадратненький. У него есть непропай. Смотрите, если заметите, он даже
искрит. Что левый вывод, что правый. Вот. Щупом дотрагиваюсь. Вон, увидели? Заметили? О, как искрит, блин. Так, включаем на электросети. Ну, на камеру не будет видно. Но у него есть люфт. То есть я сейчас включаю паяльник. Пропаиваю его выводы. А там уже посмотрим, будет ли результат у нас. Странная такая поломка прояснилась. Там не прозванивалась дорожка. Хотя визуально она целая вот здесь. Вот желтым проводом я соединил. Аж сюда вот так вот. Я при этим мультиметром проверил, ну не прозванивается. Я думаю, сейчас не может быть такого. Визуально то все окей. Я, короче, что, значит, кинул провод и есть результат даже. То есть сейчас уже я все соберу. Конечно, странная поломочка здесь. Но факт есть фактом. Сейчас все собираю, чтобы механика не разлетелась. Я проверял на самом минимальных оборотах, и он так загудел чуть-чуть. Значит, все, электричество поддается, собираем. Чисто визуально, ребята, лобзик в отличном состоянии. Он еще не видел особых нагрузок, ламельки, все отлично. Перегрева в электродвигателе не было, значит, здесь все чисто, механика тоже, смазка. То есть собираем и тестируем. Аппарат собран, тестируем. Добавляем обороты. Ну, все отлично, мы спасли вот этого Декстона. Поставили его строй снова, пакуем и отправляем владельцу обратно. С вас технический лайкосик для контента на YouTube. Всем пока-пока.